Всем привет! Сегодня приготовлю хе из щуки с уксусом. Вариация на тему знаменитой корейской закуски, которую можно считать и салатом. Берем филе щуки. У меня примерно 300 грамм. Филе щуки нарежьте небольшими ломтиками и сложите в миску. Берем половинку лимона, прокатываем его и отжимаем сок. В свежевыжатый сок половинки лимона добавляем 200 мл воды и заливаем филе щуки. Закрываем крышкой и оставляем мариноваться в холодильнике в течение 4 часов. Через 4 часа достаем щеку и выкладываем на бумажное полотенце. Даем ей немного обсохнуть. Рубим 5 зубчиков чеснока. Порубите острый перец. Складываем в миску филе щуки. Добавляем чеснок. Острый перец. Шестьдесят миллилитров 9% уксуса. Перемешайте, стараясь, чтобы маринад распределился равномерно. Закройте миску и уберите в холодильник на 6 часов. Обжариваем лук, порезанный полукольцами, и морковь. Морковь натираем на терке, лук режем полукольцами и все обжариваем. После того, как обжарили, даем охладиться до комнатной температуры. Как только морковка чуть-чуть подостынет, насыпаем сюда пол чайной ложки молотого кориандра. Все перемешиваем. Достаем из холодильника рыбу. Тут уже такие ароматы. Добавляем к рыбе обжаренную морковь с луком. По рецепту немного черного перца, прям чуть-чуть. И заливаем соевым соусом. Примерно 2-3 столовые ложки. Все перемешиваем. Соевый соус достаточно соленый, поэтому я не солю. Если вам соли мало, можете немножко положить. Еще немножко соевого соуса. Закрываем крышкой. И ставим в холодильник еще на 6 часов. Хе из щуки лучше всего приготовить из свежевыловленной или максимум охлажденной рыбы. Замороженная не очень подойдет, потому что будет давать много влаги. Когда выложите хе из щуки, можете украсить ее морковью по-корейски и зеленью. Приятного вам аппетита! С вами была ваша Стрепуха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч! Всего вам доброго!